9 сентября верующие вспоминают о двух святых с одинаковым именем – Пимени Великом и Пимени Палестинском. В народе два Пимена. По преданию, Пимен Великий был рожден в Египте около 340 года. В ранние годы он искал уединения и ушел в скитский монастырь вместе с двумя родными братьями. В 407 году на обители напали берберы и разрушили ее. Тогда монахи переселились в развалины языческого храма и жили там в праведной строгости. Увидя это, местные крестьяне стали приходить к Пимену за добрым словом и советом, которые вскоре вошли в книгу афоризмов. В возрасте 110 лет Пимен скончался. Пимен же Палестинский жил в пустыне в VI веке. Все свое время он проводил в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он поведал иноку Агафонику свою историю, ожидая смерти за свой грех. «Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой же смертью», — сказал Пимен. «Так и произошло».